Вот наша гостиная. Вот такой потолок у нас получился. Интересный. С обоями от Триши Гилд. Авторские обои. Полы. Полы, виниловая плочка. Плочка по-болгарски плитка. Из виниловой плитки. У нас все полы из виниловой плитки, только на кухне линолеум. Можно поиграть с такой плиткой, с ламинатом. Такое не сотворишь. Как мы чертили с Вовой, расчерчивали это все. Это надо было видеть. Мы ругались, смеялись. Тут столько было линий, что потом ничего нельзя было разобрать. Пришлось одалживать у соседей цветной карандаш, потому что тут уже было столько расчерчено, что мама не горюй. Вот сейчас солнышко спряталось, хорошо видно пол. Дом старый, стены неровные, но мы намеренно ничего не равняли. Конструкции как таковой нет, здесь потолок в одном уровне. Расположение молдингов, расположение обоев, мне хотелось добиться эффекта шатра. Вот. Ну и думаю, нам удалось. А пол практически вторит в форме узора потолка. Прямоугольник и диагонали. Здесь прямоугольник и диагонали. Вот. Ну, остался здесь декор. Электричество мы пока еще не провели. У нас будут наружные провода, наружные выключатели, розетки. Вот. Пока что мы без света. Такой пол. В коридоре. У нас кладовочка, здесь будет стиральная машина. Здесь у нас бойлер. Здесь будет кладовка с полочками. И задвигаться будет вешалка для верхней одежды, чтобы не загромождать гардероб. Вот у нас два смежных помещения. Кабинет. И спальня. Из кабинета, спальни и кухни у нас вот такой красивый вид. Церковь. Такой аутентичный болгарский домик. Там яблоки валяются. Пол. Вот это виниловая плитка. Здесь мельче, чем в гостиной. Это вот камин. Камин тут еще предполагается, сверху все закроется, наверху будет закрыто. Вот такой. Камин болгарский, это не раритет, это новодел. Но выглядит как раритет. Причем мы его очень недорого купили. Через интернет. Общий план. А тут, где инструменты, предполагается, что здесь будет поленница. Предполагается, что рабочая зона будет у окна с обеих сторон. С этой стороны будут все компьютерные дела, принтеры, компьютер и так далее. А с этой стороны все дела, которым нужен свет слева. Шитье, скрапбукинг, бижутерия и так далее. Все будет с этой стороны. Это спальня. Вот наша лодка. С этой лодки, это самая первая покупка в эту квартиру. С этой лодки все и начиналось. Два помещения в морском стиле.
Ну, еще как бы декора нет, но все смотрится весьма странно. Здесь место у нас для гардероба. Полностью вот эта стена будет, мы отдаем под гардероб, под место хранения. Вот такой потолок в спальне. Обои Орликин. Вот они такие, как акварельные размытые полосы. Приятный такой вот этот зеленый джадовый цвет, нефритовый. Кессонный потолок в кабинете. Так. В коридоре у нас тоже эта плочка. Вот она и на потолке. Вот. Ну, здесь просто сам рисунок здесь вот по углу точно такой же, как на полу. Вот расхождение плитки. Потом еще наклеится багет. Вот уже стиральная машина стала сюда. На свое место. Здесь раньше очень было неудобно, очень, крайне неудобно. Узкая кладовка, вообще непонятная. Узкий проход в душевую, узенький туалетик, как-то все так. Вот эта стена, она была дальше. Ну, очень было неудобно. Заходим в санузел. Вот он наш любимый санузел с окошками. Вот будет такая люстра, пока она не горит, света нет у нас. Так, горячая вода есть, одна розетка работает. Вот мы тут купаемся. Вот такая плитка. Плитка тоже под старое дерево. Вот. Ванна будет, эта боковинка закрыта. Это пока все временно. Вот. Это такая у нас зона. Купили такую штучку интересную в антикварке. Такая штуковина. Ванна получилась довольно просторная. По сравнению с тем, что было, небо и земля. Так, это наша кухня. Кухня в сером цвете. Вот. Предполагается серый с оранжевым. Белый, черный, серый, бежевый. И все, в общем, остальные нейтральные тона. На потолке обои Сандерсон. Да, они как будто бы вручную нарисованы тоже. Узор шеврон. Тоже как будто бы акварелью или гуашью нарисовали. Там мы стол купили в антикварном магазине. Будет здесь очаг. Это еще не завершенная тоже композиция. Место готовки. У окна предполагается мойка для мытья посуды. С видом на дорогу. Здесь на полу линолеум бельгийский, который очень сочетается по цвету, по геометрическому рисунку с полами из виниловой плитки.